Это пирамида просто. Я верю, что для нас очень важно задумываться о том, что вокруг нас. Что будет с нами вверху? Дорогая община, мы приветствуем вас здесь с далекой-далекой страны Мексика. Служение, которое было для нас важным, сотрудничество с мессианскими общинами. Мы провели несколько дней, участвовали в мужской конференции, я участвовал несколько дней, для меня был сюрприз. И вчера проповедовали в общине, которая очень быстро растет. Буквально несколько локаций, эта община называется «Живой источник». И церковь буквально за несколько лет она выросла до 1000 человек. И сегодня насчитывается в разных территориях Мехико, именно города, имеет 4-5 общин. И это довольно развитая община, которая поддерживает евреев и любит евреев. Они сотрудничали с людьми, которые достигали евреев. И они молятся каждую пятницу, они молятся за евреев, пробуждение евреев и Израиля. Поэтому для нас это очень было важно, интересно, и я прошу вас, молите за нас, за дальнейшую нашу работу и путешествия, и конференции. Пускай Бог благословит вас. Я понимаю, что сильно, может быть, прохладно сегодня в Одессе, но это не мешает нам быть вместе, даже через интернет. Пускай Бог благословит вас во всем.